Когда существует некая атмосфера, ну, благополучия, то вопросы успеха не стоят так остро на самом деле, как нам пытаются это подать за счет там, вот, многочисленных курсов мотивации или, там, не знаю, обрети свое предназначение. Да? По той простой причине, что когда, допустим, в те же самые 90-е и даже нулевые, в принципе, было все понятно. Да? У тебя стояла конкретная задача, по большому счету, условно говоря, выжить. И ты выживал. Выжил — это успех. Сценарий успеха, конечно, изменился, но и сам успех потерял вот эту сакральность. По большому счету, но я почему говорю «неважно»? Да потому что реально неважно. Ну вот если там не лезешь куда-то вверх постоянно, ну неважно, потому что ты обеспечен, семья обеспечена, там, не знаю, друзья обеспечены, ну, в общем, все хорошо у тебя. Успешно? Успешно. В сравнении с чуваком, который 18 лет заработал там миллионы и делает какие-то скейтборды, да тут нет никакого сравнения, тут нет смысла сравнивать, потому что и он успешен, и ты успешен. То есть, как бы, вот это само напряжение успешности, оно давно пропало.